Здравствуйте. Добро пожаловать на полный осмотр. Вы по записи, верно? Одну минуточку. Как записано? Да, отлично. Вижу вас в записи. Так. Есть у вас какие-либо жалобы? Отлично. Так. Тогда проведем полный медицинский осмотр. И будете уверены в том, что полностью здоровы. Так. Что ж. Секунду. Присаживайтесь поудобнее, мы начнем с вами с осмотра глаз. Я попрошу вас наблюдать на фон позади меня, а я с помощью фонарика буду наблюдать за реакцией ваших глаз. Хорошо? Так, наблюдайте, пожалуйста, на фон позади меня. Отлично. Так. Не сильно слепит. Вот сюда, пожалуйста. Теперь другой глаз. Вот сюда, пожалуйста. Еще раз. Вот в этот край. Замечательно. Еще раз сюда, пожалуйста. Что ж, замечательно. Запишем эту секундочку. Что ж, продолжим. А сейчас мы осмотрим с вами кожу вашего лица. Слева, с правой стороны, лоб, шея, подбородок. Если будете испытывать болевые ощущения, пожалуйста. Хорошо? Если вам будет больно, говорите, пожалуйста. По идее, не должно быть, но все же кожа у нас у всех разная. Разной чувствительности. Поэтому не молчите. Немножечко сбоку, пожалуйста. Вот здесь. Вот так. Отлично. Теперь с другого бока. Так. Все замечательно. Так. Можете, пожалуйста, поднять подбородок повыше. Отлично. Еще немножечко здесь. Замечательно.
Еще немножечко вашего века смотрим. Вижу у вас родинки на лице. Как у вас с ними дела обстоят? Не болят, не воспаляются? Немножко все-таки осмотрим, хорошо? Вижу парочку. Так, вроде бы с ним все хорошо. Не чувствуете, вот касаюсь. Не больно вам? Бля, вы еще не точно, я того уверен. Замечательно. Так. В целом все замечательно. Следующий осмотр у нас осмотр ушек. Можете занять, пожалуйста, положение. Немножечко повернуть голову. Замечательно. Так, секундочку. Можно достать щеточки для осмотра. Пинцет. Так, пожалуйста. Опять же, я постараюсь сделать это очень-очень аккуратно. Расслабьтесь, пожалуйста. Так. Ушки ежедневно мойте. Да, нужно ежедневно. Каждое утро. Очень часто в ушках могут образовываться пробочки. Поэтому, если вы замечаете нечто подобное, обращайтесь ко мне. Так, теперь другую ушко, голову, пожалуйста. Вот так. Так, с ушками у вас тоже все чудесно. Чудесно. Что ж, после ушек мы, наверное, с вами еще посмотрим кожу вашей головы, ваши волосы. Проблем с кожей не имеете? Выпадение волос? Шелушится кожа? Нет? Такого нет? Все же давайте посмотрим. Так-с. Так, секундочку, уберу ваши волосы. Так, еще сзади немножко смотрим. Так. И здесь. Как часто моете голову? С шампунем или без? Если у вас сухая кожа головы, попробуйте, возможно, не так часто использовать шампунь и ежедневно, раз в несколько дней. Это чересчур сушит кожу головы, конечно, если вы не используете специальный шампунь. Так.
Вроде бы все отлично. Давайте. Секундочку, я запишу это. Так, с кожей головы. Особых проблем нет. Так, с ушками тоже все замечательно. Родинки тоже в порядке. Так, на озноб, ОРВИ, не жалуйтесь. Не простывали в последнее время. Давайте померим температуру. Такс. Минутку, пожалуйста, подержите. Угу. Что ж, давайте пока так, напишем вам справочку. Вам на работу, на учебу. Угу. Так, справочку заверите в регистратуре. Угу. На первом этаже. Возле входа. Так. Замечательно. Если у вас есть еще какие-либо проблемы, я могу дать вам направление к другому врачу, кардиолог, гастроэнтеролог. Урок. Нет? Хорошо. Так. Вот. Положу справочку вам в карточку. Не забудьте поставить печать. Хорошо. Так. Давайте ваш градусник. 36,6. Отлично. Замечательно. Так. На всякий случай давайте еще посмотрим ваше горлышко. Откройте, пожалуйста, и вытащите язык. Угу. Так. Полностью. Угу. Угу. Так. Ну, слегка покрасневшая, конечно. Но это нормально. Ничего. Все. На этом я могу вас отпускать. Если будете чувствовать недомогание, знаете, к кому обратиться. Всего доброго.